يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Вот у нас уже настал 19 день из месяца Рамабан. Прошу Аллаха Субхану Аля, чтобы Он принял наши поклонения, наши усердия, чтобы Аллах Субхану Аля помог нам наилучшим образом поклоняться Ему одному, которого нету за товарищей. Сегодня я хочу рассказать слова Аллаха Субхану Аля, где Он говорит в сурату. آل عمران. آل عمران الله سبحانه وتعالى قال: "وَاعتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَضَكُمْ مِنْهَا Аллах говорит, الرجيم, крепко держитесь за верь Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Помните о милости Аллаха, которую Он вам оказал, когда вы были врагами. А Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, и Он спас вас от Нее. Так Аллах разъясняет вам свои знамения, быть может, вы последуете прямым путем. В этом аяте Всевышний Аллах, аззаваджаль, призывает своих рабов, чтобы они крепко держались за верь в Аллаха Субхана. Би как Он говорит в Коране. Относительно «хаблиллах», верь в Аллаха, есть несколько мнений среди ученых. Некоторые говорят, вера в Аллаха, хаблюллах, это завет с Аллахом, который он взял еще тогда, когда мы были, еще тогда, с, со времен Адама, с каждым человеком Аллах, субхану ва завет взял, что он, будет, что он не будет никому поклоняться, помимо одного Аллаха, субхану ва Некоторые ученые говорят, что крепко держитесь за веру в Аллаха все вместе и не разделяйтесь, имеется в виду, крепко держитесь за заветом с Аллахом, за завет с Аллахом. А другие говорят, что верь в Аллаха, хаблюллах, означает Коран, то есть крепко держитесь за Коран все вместе и не разделяйтесь. Слова Аллаха, валяйте фарраку и не разделяйтесь, повеление держаться общины, и запрет на разделение, на разные группы, на разные национальности. Есть в исламе два нации, которые делят людей на две группы: исламская, мусульмане и не мусульмане. Мусульмане, да, среди мусульман есть нации, народы, племена, но они не должны разделяться, они не должны разделяться на основании этих племен этих народностей, этих национальностей. Также Аллах запрещает нам разделяться в нашей религии, придерживаясь разных неправильных мнений. Все мы должны вместе держаться за книгу Аллаха. За верь в Аллаха, это книга Аллаха, говорит по одной из мнений ученых. Держаться прямо, крепко за книгу Аллаха, субхану а -алла, и за сунны пророка, саллиллаху Салям и не разделяться. Так в достоверном хадисе, переданном мусульманам от Абу Хурайры, ради Аллаху Анху, говорится, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, «Инна Аллаха салата». Поистине Аллах доволен вами из-за трех вещей. «Васахаталякум салата». гневается на вас из-за трех вещей. Давайте внимательно послушаем, братья, за какие три вещи Аллах, субхану ва довольствуется над нами из-за каких, из-за по причине каких трех вещей Аллах гневается над нас, дабы не попасть среди этих людей, над которым будет гнев Аллаха Субхану да упасет нас Аллах. Первый, над которым Аллах Субхану доволен, Ярвалякум антабудуху а". Он доволен, когда вы поклоняетесь одному Аллаху и не придаете ему сотоварищей.

А мусульманинах идет речь в хадисе. Здесь не имеется в виду, кому бы Аллах Субхану над нами не дал власть, мы должны беспрекословно подчиняться этому правителю. Нет, здесь имеется в виду, когда Аллах над нами назначил мусульманина, который руководствуется Ураном и сунной пророка, алейкум, и законами Аллаха, шариатом, тогда мусульмане должны подчиняться, слушаться этому правителю. А когда правитель, вообще атеист или же кафир, или же тот, кто утверждает, что он мусульманин, но не руководствуется словами Аллаха Субхану Атала, не следует за шариатом Аллаха, нету ему подчинения, согласно шариату Аллаха Субхану Атала. Ненавидит, гневается на вас из-за трех вещей. Первое – он гневается на вас из-за трех вещей. Первое, пустые разговоры. Типа, тот сказал, и так-то сказали. Вот, разносить разные, доносить разные хабары. Он это сказал тому, то сказали. Короче, вот это разговор ненужные, пустословие. Гневается на это Аллах Субхану Ху Ва суаль, Множество ненужных вопросов, которые человеку не, не, не понадобятся ни в этой жизни, и ни в ахирате. Ва ида'атю льмаль и расточительство имуществом. Просто так, без всякой пользы, тратит свое имущество. Хадис передает имам Муслим. Слова Аллаха Субхану ва в этом же аяте, где он говорит, «Вадкуру ни'мат Аллахи алейкум, ид кунтум а'да'ан, фа'аллафа байна кулубикум, фа'асбахтум би ни'матихи ихвана». И помните милость Аллаха вам, когда вы были врагами, а Он сблизил ваши сердца, и вы стали по Его милости братьями. Этот аят был неспослан по поводу двух племен, которые жили в Медине, в городе пророка, саляллаху алейсалям, Аус и Хазраш. Эти два племена враждовали между собой долгое время до хиджира до хиджры пророка, саляллаху алейсалям, пока пророк, алейсалату не переселился к ним, пока они не приняли ислам эта вражда всякий раз иудеи постоянно разжигал, разжигали эту вражду, и они воевали, у них долго эта вражда продолжалась между ними. И когда пророк, саллиллаху пришел к ним с исламом, принес к ним ислам, они приняли ислам, они по милости Аллаха, субхану ва стали братьями. Почему-то этот ислам, эта религия, благословенная религия, которая пришла от Аллаха, субхану ва объединяло сердца прошлых поколений. А сегодняшний день что-то эта религия нас наоборот разъединяет. Почему, братья, так происходит? Потому что мы с вами оставили Уран, оставили книгу Аллаха Субхану ва и Сунна Пророка сарал Салам, Сира Пророка Алейхи Салату Вассалам. Ни в коем случае никому нельзя делать такие вещи, которые разъединяет мусульман между собой, особенно сегодняшний день. Вот сегодня мы как никогда нуждаемся в том, чтобы мы были единые, чтобы мы были как единая одна нация, мусульмане. Мы должны сегодня как никогда сплотиться. Поэтому в этом только наше спасение. А разъединенные разными маленькими группами там и тут нас легко разметут. Как это было у нас дома, мы с вами видели. Когда мы, братья, были как единые, с ними считали, с ними кто-то разговаривал. А как только между нами началось это разногласие. Кому это разногласие сегодня выгодно у нас дома, братья? От того, что мы, мусульмане, потеряем свои позиции. россии этому каферу нет разницы, что мы суфисты, что мы салафисты. Какого мнения придерживаются? Да, они до пори, до времени каких-то сил будут поддерживать против других. Но конечная цель. «Валян тарда анкаль яхуду валян насара, хаттай таттаби амиллят». Не будет доволен над тобой ни христиане, ни иудеи, пока ты не последуешь за их религией. Они не успокоятся, пока на нашей территории не установят свой куфр. Свой куфр. Им нет разницы, каких убеждений мы. Пока мы говорим «Ля Илляха Илля Аллах» и как-то будем придерживать религии, они все равно нам не будут довольны. От того, что мы сегодня теряем свои позиции из-за наших разногласий дома, от этого проигрываем братья мусульмане, только мы. От этого фасад поднимает свою голову, свою голову, раз, вот нечестие поднимает свою голову у нас на территории, у нас, на нашей земле. Мы между собой заняты. И маме рассказывают всякую то, что тысячи лет прихожане ненужные вещи, не учат их благонравию. А не нраву такого такого воспитания нету, поэтому происходит у нас дома то, что происходит, то, что несколько лет невозможно было себе представить, и сегодня это становится порядком вещей, порядком вещей у нас дома. Поэтому, братья мои, вот этот месяц, месяц Рамадан, благословенный месяц, этот месяц должен нас объединить, оставить все свои разногласия. Вернуться к книге Аллаха ва и сунне Пророка, алейху, салям, оставить разногласия, разъединения на основании, на основе каких-то национальностей, каких-то неправильных убеждений. Мы все мусульмане, мы должны быть как одно единое. И во все времена, только тогда, когда мусульмане объединялись, оставив свои разногласия, решить, когда приходят лучшие времена, они, вы, они одерживали победу над своими врагами как это было во время монгол-татарской нашествия, когда Ибн Таймия, Рахматулла алей, собрал под свою армию всех конфессий, всех людей, которых разных взглядов в религии. Салахуддин аль -Айубы. говорили бы, что он ашарит, с ними не надо. Кто освободил бы тогда Байтуль уль Аль-Акса, после того, как она была 200 лет под оккупацией? Или 80, могу ошибиться мы должны оставлять свои разногласия, вот особенно сегодняшний день, и вернуться к книге Аллаха Субхану Ватиаля. Мы мусульмане, мы братья. Да поможет нам Аллах Субхану Ватиаля быть одно как единое, как одно целое, чтобы Аллах Субхану Ватиаля объединил наши сердца, чтобы Он по Его милости сделал нас братьями. Вассаляму алейкум рахматуллахи и